Очень важная информация, постарайтесь ее запомнить и рассказать своим знакомым, детям там и так далее. Если мы откроем статью 134 Уголовного кодекса, мы увидим, что уголовной ответственности по этой статье подлежит лицо, которое достигло 18-летнего возраста и вступило в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. А тут даже не идет речь об изнасиловании или о чем-то таком. То есть даже если 15-летняя девушка или 15-летний парень добровольно вступили в половую связь с, соответственно, 18-летней девушкой, 18-летним парнем, то по заявлению родителей или иных лиц, ну, в общем, если эта информация станет известна правоохранительным органам, они обязаны возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности. Конечно, добровольное согласие может служить смягчающим, обстоятельством смягчающим ответственность, но не исключающим. В любом случае привлекут к уголовной ответственности.